Добрый день! Сегодня покажу, как связать вот такие милые пинеточки. Они связаны с пряжи двух цветов, беленькая и такого кремового цвета. Сбоку будут завязочки у нас. Если кто хочет, бусинки можно сюда сделать. Впереди идет две косички, она переходит наверх сюда. Мы сделаем чуть по-другому подушевку. И 10 сантиметров у нас подошва. Для работы нам понадобится, я брала Браво оригинал, здесь 133 метра 50 граммах, и взяла беленькую пряжу, тоже такой же состав, 100% полиакрил. И здесь у меня 300 грамм, но если разделить и на 3, то получается такой же точно метраж. Ну, у меня есть маленькие клубочки с этого клубка, я их использую. Ну и также у меня вот еще есть маленький отсюда остался, я тоже буду им вязать. Если кто вяжет пехоркой детской в России, девочки, в основном такую пряжу покупают, то вам нужно набрать чуть большее количество петель, чем мы будем набирать здесь, потому что в пехорке 200 метров 50 граммах, здесь 133, значит, она тоньше. Если она тоньше, значит, нужно набрать побольше петель. Поэтому, чтобы было 10 сантиметров пинеточек подошвы, вам нужно набирать не 31 петлю, как мы сейчас будем набирать, а петель, ну, 51-53, вот так вот, где-то такое количество. И там уже будет другой немножко расчет. Как рассчитать петли, у меня есть отдельное видео, можете зайти и посмотреть. Вы там должны все понять. Чтобы связать пинетки именно вот такого размера и такой пряж, то нам нужно набрать на спице 31 петлю, провязать один ряд лицевыми петлями, и второй ряд мы вяжем следующим образом. Первую петлю снимаем, провязываем лицевой, делаем накид и вяжем 13 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Теперь делаем накид, провязываем одну лицевую, накид, 13 лицевых. Десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Накид, одна лицевая и кромочная. Изнаночный ряд мы вяжем лицевыми петлями. Накиды провязываем перекрученной петлей. Вот у нас накид, мы перекрутили петлю и провязали, чтобы не было дырочек у нас на подошве. Провязали изнаночный ряд. Теперь будем добавлять дальше. Первую петлю снимаем, провязываем 2 лицевые, накид, 13 лицевых. Накид, 3 лицевые. Накид, 13 лицевых. Накид,
2 лицевые. И изнаночный ряд мы вяжем лицевыми, накиды провязываем перевернутой петлей. Вяжем следующий ряд. Первую петлю сняли кромочную, провязали 3 лицевые, накид, 13 лицевых. Накид, 5 лицевых, накид, 13 лицевых, накид, 3 лицевые и кромочная. И обратный ряд вяжем все петли лицевые. Я забыла сказать еще, что у меня спицы номер 2. Я взяла двоечки, чтобы они были более такие плотненькие пинеточки. Теперь вяжем следующий ряд. Первую петлю снимаем, вяжем 4 лицевые, накид, 13 лицевых, накид, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 петель в серединке, накид, 13 лицевых, накид, 4 лицевые. И обратный ряд мы вяжем все петли лицевые, и затем мы сделаем еще один раз прибавочку, и на этом подошву мы свяжем. И вяжем последнюю прибавку, делая первую петлю снимаем, провязываем 5 лицевых, накид, 13 лицевых, накид, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, накид, 13, далее накид, 5, и кромочная. И обратный ряд мы вяжем все петли лицевыми. Далее этой же ниточкой мы провяжем один ряд изнаночными. У нас на спице 51 петля должна быть, если кто набирал 31 петлю. Провязали мы ряд изнаночными петлями. Следующий ряд мы провяжем лицевыми петлями. Затем опять мы ряд провяжем изнаночными петлями. И четвертый ряд мы провяжем лицевыми петлями. Вяжем самостоятельно лицевыми, изнаночными и еще один ряд лицевыми. Вот довязали мы. Вот что у нас получилось. Это у нас получается лицевая сторона. А вот это у нас будет изнаночная сторона. Где лицевая гладь, это будет изнанка. Теперь мы эту ниточку отрезаем. Берем беленькую ниточку
вяжем 4 ряда лицевыми, изнаночными. По лицевой стороне мы вяжем лицевыми петлями, по изнаночной стороне вяжем изнаночными петлями, и затем опять мы провяжем лицевыми петлями по лицевой стороне и четвертый ряд изнаночными петлями по изнаночной стороне, лицевыми, изнаночными, лицевыми, изнаночными. Провязали мы беленькой ниточкой, вот так у нас должно получиться. Прям выделяется у нас мысик, вот так вот. И теперь будем вязать среднюю часть. У нас на спице 51 петля. 51 петля. Нам на среднюю часть нужно взять 11 петель. 51 минус 11 получается 40 петель. 40 петель мы делим на две части. Сюда и сюда. У нас получается 20 петель. Вместе с кромочной. Вы посчитайте, сколько у вас общее количество. Отнимите 11 и остаток разделите на 2. Если кто набирал четное число, значит на мысик не 11, а 10 петель. 11 петля мне вот серединки идет изнаночная. Если вы не хотите ее пускать, значит оставляйте 10 петель, если у вас четное число. Набираем, значит, вернее провязываем 20 петель. Вместе с кромочной петлей. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Теперь мы вяжем одну изнаночную, 4 лицевые, одну изнаночную, 4 лицевые, одну изнаночную. И следующие две петли мы снимаем на спице, переворачиваем ее на другую сторону и провязываем 2 вместе изнаночной. Разворачиваем, которые 2 вместе провязывали, переснимаем на правую спицу. 1 лицевая, 4 изнаночные. 1 лицевая, 4 изнаночные. 1 лицевая и 2 вместе лицевой. Пересняли на другую спицу, развернули работу. Еще так провяжем 3 ряда. По лицевой будем 4 вязать лицевыми, по изнаночной будем вязать 4 петли изнаночной. Провязали. Теперь мы из этих 11 первую провязываем изнаночной. И теперь мы будем вязать косичку. Перед работой мы вдеваем в третью и четвертую петлю, снимаем первые 2 петли и подхватываем их сзади. Перекидываем эти 2 петли наперед и провязываем 4 лицевые. У нас одна косичка перекрутилась. Теперь мы вяжем одну петлю изнаночной. Теперь мы сзади подхватываем 2 петли из этих 4 лицевых, снимаем и первые 2 мы перекидываем назад и провязываем 4 лицевые. То есть мы их перекрутили. И изнаночная. Вот у нас перекрутилась вот так вот восьмерочками. И далее мы первую снимем, эту перекрутим сюда в серединку и провяжем 2 изнаночные. Разворачиваем. 1 лицевая, 4 изнаночные.
средняя лицевая, 4 изнаночные и лицевая. И следующие 2 провязываем 2 вместе. Разворачиваем. Изнаночная, 4 лицевые, изнаночная, 4 лицевые, 1 изнаночная и 2 вместе изнаночной. Развернули, и этот ряд вы чуть-чуть слабее вяжите, немножечко, чуть-чуть слабее, чтобы легче было перекручивать вам на лицевой стороне. Две вместе лицевой провязали, развернули, и теперь мы будем перекручивать их. Изнаночную провязали, вот чтобы легче было вам ее снимать и провязывать. Третью, четвертую наперед. Провязали. Теперь изнаночная. А эти первые 2 наперед. По лицевой стороне мы их проводим. Вот так вот. И провязываем. Сначала третью, четвертую, а потом первую, вторую. Изнаночная. Вот у нас перекрутился еще раз. Такая у нас косичка получается. Теперь мы провяжем 2 вместе изнаночной. Разворачиваем работу. И вяжем так точно, как мы вязали косичку. Мы вяжем 3 ряда, на 4 ряду будем перекручивать. Вяжем по рисунку. Вот так вот у нас получается. Перекрутим мы еще один раз. Провязали изнаночной. Третью, четвертую перекидываем по лицевой стороне назад, наперед, и провязываем 4. А первую и вторую на заднюю перекручиваем. Короче, вы поняли. Так, и теперь тоже мы сзади берем третью, четвертую петлю, снимаем первую, вторую, подхватываем ее и перекидываем ее назад. И вот так вот провязали мы 2 задние, а потом 2 передние. Так, и провязали 2 вместе изнаночной. Мы будем сейчас убавлять до тех пор, пока у нас на спице будет 33 петли. Вот посчитаем. 2, 4, 6, 8, 10. Может, я уже переборщила? 11, 12. Ой, что я считаю? 2, 4, 6, 8, 10. 12, 14, 16, 18, 20. 22, 24, 26, 28, 30. Ага, 34. Еще один раз я убавляю. Будет у меня 33 петли. Меньше не надо, потому что они не будут узковатые. И больше тоже, я думаю, не стоит, чтобы они не были слишком широкие. Последний раз я провязываю 2 вместе. Разворачиваю. Так. Теперь нам нужно провязать, ага, до конца лицевыми. Мы еще один раз. Так, 1, 2, 3, 4. Так, еще один раз. Вернее, даже не один раз. Мы сейчас будем делать дырочки, но рисунок продолжаем вязать дальше. Провязали мы первую косичку, накид. Далее 4 петли косички. Накид. Далее мы уже ничего, 2 вместе не вяжем, а вяжем дальше лицевыми.
Ой, девочки, что-то я тут заболталась с вами сегодня. С утра встала, начала сразу делать видео. Так, вяжем теперь мы лицевыми. До рисунка. Так, у нас вот рисунок начинается с первой лицевой. Далее вяжем 4 изнаночные. Лицевая, 4 изнаночные, лицевая, и дальше вяжем все петли лицевыми. Так, довязали. Теперь мы будем делать дырочки. Дырочки будем делать для шнурочка. Так, первую петлю мы сняли, провязываем 2 лицевые, накид, 2 вместе, лицевой, 2 лицевые, накид, 2 вместе, опять 2 лицевые, накид, 2 вместе, 2 лицевые, накид, 2 вместе, а далее мы потом продолжим вязать косичку. 2 вместе провязали, 2 лицевые, накид, 2 вместе, 2 лицевые, накид, 2 вместе, накид. Так, нам нужно, чтобы была 31 петля. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 31. Так, и тогда накид 2 вместе изнаночные. У нас будет 31 петля. Далее вяжем все петли эти лицевыми. Накиды провязываем так, чтобы была дырочка. Здесь мы продолжаем вязать рисунок. На накиды не обращайте внимания, мы вяжем рисунок. 1, 2, 3, 4, лицевая, и далее мы вяжем лицевыми. Провязали. Теперь мы будем перекручивать. Вяжем лицевыми до мысика. Здесь у нас идет изнаночная. Теперь на 4 лицевые мы берем за 2 сзади петли, перекидываем их наперед и вяжем также косу. Она будет на один ряд выше. Ничего страшного, потому что у нас здесь будет вот сейчас, протянем тут потом веревочку. Так, тут что-то я провязала изнаночной. Так, теперь нам нужно... Ой, что ты тут, девочки, натворила? Все правильно я провязала. Так, 4. Вы моих ошибок не повторяйте, пожалуйста. Вы умнички, вы вяжете все правильно. Так, это изнаночная у нас идет тогда ряд. Так, 1, 2, 3, 4, значит. Да нет, все правильно я сделала. Что-то я тут вам голову морочу. Все правильно.
Можно было здесь и не вязать дальше косичку, но что-то мне захотелось, чтобы косичка продолжилась дальше. Две вместе изнаночные. Так, две перекинули. Ой, болтаю. Девчонки, вы не обращайте на меня внимания. Вы смотрите на руки, а то я вам тут сейчас такое наговорю. Сегодня с меня учитель никакой. Наверное, погода действует. Пасмурно, дождь идет, сыро. Так, теперь мы вяжем лицевыми. Сегодня, наверное, не нужно было мне делать видео. Что-то у меня сегодня голова не варит. Так, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 коса. И далее мы вяжем лицевыми. Так, что я тут нахимичила? Ну, в принципе, нормально. Тут шнурочек проденется у нас. Так, и мы еще свяжем. Так, это мы перекинули. Еще мы два раза перекинем, перекрутим. Восьмерочки сделаем. Еще мы два ряда провяжем. Просто не будем ничего перекидывать на рисунок. Мы просто провяжем 4 лицевые, изнаночная, 4 лицевые, изнаночная и далее лицевыми. И обратно провяжем по рисунку. Посмотрим, что у нас тут получается. Получается вот что у нас. Ой, что-то тут я... К соседям звонят. Вот такая у нас слышимость. Так, вот. Вот так, ну, в принципе, все правильно. Все правильно. Ну, теперь мы вяжем по рисунку обратно. И затем по лицевой стороне перекрутим. Затем опять по рисунку еще раз перекрутим. Так, девочки, довязала я вот с горем пополам. Вот считаем мы от дырочек 1, 2, 3, 4, 5, 6 дорожек. И закончили, когда мы один раз перекрутили, обратно мы провязали опять по рисунку. И вот, чтобы у нас... Закрыли мы не на самом перекручивании, потому что будет грубовато тут и торчать будет. А пару рядочков провяжите просто по рисунку и все. И дальше мы уже не будем вязать. Немножечко больше мы отрежем для того, чтобы пинеточек нам потом сшить. И теперь мы возьмем опять нашу ниточку и провяжем 6 рядов лицевыми петлями. Мы перекручивать уже ничего не будем, а провяжем, просто сделаем вот такой вот ободочек, вот, вот такой вот, просто лицевыми окантовочку сделаем. Мы связали еще одну модельку. Как-то спонтанно мне так по ходу она придумалась. Хотела связать другое, получилось как всегда.
Что-то непонятно, крутила-крутила, ну что-то вот накрутила. Посмотрела, вроде бы думает, пойдет так. Девчонкам вроде понравится. Должно понравиться. Кто захочет, вяжите. Кто не захочет, значит, пройдите мимо, да и все. Ну и так мы провяжем еще 2, 3, 4 ряда, кто сколько хочет. Итак, я связала 1, 2, 3 изнаночных дорожки. И теперь я эти петли все закрою. Закрывать не очень туго, чтобы не стянул вверх. Ну и слабо тоже не надо, чтобы оно не было волнами. Закрываем до конца. Вот так. Ну все. Работа закончена. Ну теперь осталось совсем немножко только сшить. Вот такая у нас получилась конструкция. Интересные такие. Ну, теперь, девочки, давайте сшивать на изнаночную сторону. Разворачиваем, убираем все вот эти вот наши кончики. Вот сюда заправляем их за петелечки. 3-4 петельки заправили. Вот так. И сделать просто вот такой вот узелочек. Подтянули ее. Ну и можно обрезать. Никуда не денется, мешать не будет. То же самое мы сделаем и с этой беленькой. Коричневую пока еще оставим. Беленькую также мы заделаем. И петелечку сделали, подтянули и обрезали. Так, теперь мы сошьем коричневую ниточку, эту возьмем. Подтянули первую и посмотрели, ровненько ли тут будет у нас. Протянули, посмотрели, ровненько, неровненько. Так, на эту сторону мы вытянем, и также разницы нет, за коричневую, за беленькую затянуть, лишь бы чтобы она не выскочила. Главное в работе, девочки, аккуратность, чтобы было все аккуратненько. Подтянули, обрезали. Все, а теперь мы сошьем беленькой ниточкой таким же способом. За две косички берем. С этой стороны две косички, с этой стороны две косички и сшиваем. Вот так вот ровненько делаем. Так, вот у нас получается вот такой вот шурчик. Так, и теперь мы кончик тут оставляли, мы сюда вот
сошьем эту часть маленькую, коротенькую. А следующую часть, следующую мы свяжем уже, сошьем другим кончиком. Старайтесь, когда вы набираете или отрезаете ниточки, немножечко оставлять всегда кончики, потому что они бывает, что и нужны будут потом. Лучше потом отрежьте, выкиньте каких-то 2-3 сантиметра. Зато вам не придется лишние узлы делать, чтобы вставить другие цвет, другие ниточки этого же цвета. Ну а теперь мы возьмем 2, провяжем несколько, прошьем несколько таких стежков и обрежем ее. Опять берем за косичку. Это можно обрезать уже. Ну и так прошиваем дальше. А эту сюда мы протянем и обрежем. Все, пиниточек у нас уже сшит, готовый. Выворачиваем его на лицевую сторону и смотрим, что у нас тут получилось. Ну вот, девочки, вот такой у нас получился пинеточек. Сзади вот сшито аккуратненько, подушевки тоже. Теперь нам осталось связать завязочки. Я взяла эту ниточку, взяла крючок 2,5. И связала просто воздушные петли. Где-то 56-57 сантиметров я связала. Просто вот воздушными. Или скрутите. Ну, это как вы умеете. Здесь нет разницы, какой сделать шнурочек. У меня есть тоже видео, как шнурочки делать. Можете выбрать любой вариант. Вот так вот мы сошьем и на кончике потом привяжем бусинки, кто хочет. Ну вот, я связала вот такой вот шнурочек. И теперь я сюда вставлю его в пинеточек сначала, а потом уже сделаю бусинки, потому что с бусинками протаскивать их как-то не очень удобно. Потом мы все обрежем. Так, одну сюда, одну сюда. И опять одну внутрь. И кончик наружу. Так, ну-ка посмотрим, что у нас тут получается. Так, продеваю сюда ее. Ну, кто хочет каким способом завязывать, так и завязывайте. Тут я затянула. Обрезать. Я просто завязываю, чтобы он отсюда не слетел. Самый обыкновенный способ. На самый краешек. Вот так. Все. Никуда она не денется отсюда. Я тоже, девочки, еще не все умею. Тоже еще учусь у других мастериц. У каждого свой способ вязания, поэтому век живи, век учись, правильно? Ну все, девочки, вот что у нас получилось, не знаю, понравилось, не понравилось. Ну, вроде миленькие такие, хорошенькие. Ну вот и все, весь наш видеоурок. Спасибо, что были со мной. Вяжите, девочки, до свидания, всего вам доброго, до новых встреч.